Морковь. Классификация. Разнообразие. Морковь относится к семейству зонтичные, апиасия. Виду морковь посевная, даукус карота. Эту овощную культуру выращивают ради ее корнеплода. Существует два подвида. Западная морковь, карота сативус, в основном двулетняя. Восточная морковь, карота атрорубенс, в основном однолетняя. Некоторые сорта моркови довольно скороспелые. Другие же выращивают для хранения. Корнеплоды могут варьироваться от белого до черноватого цвета, включая желтый, оранжевый, красный и даже фиолетовый. Их формы также очень разнообразны. Опыление. Соцветие моркови представляет собой зонтик, состоящий из мелких цветков, в основном обоеполых. Но тычинки – мужские половые органы. Созревают раньше пестика, женского полового органа. Так что в одном цветке нет самоопыления. Цветки не распускаются одновременно, поэтому может произойти самооплодотворение в одном и том же зонтике или между двумя зонтиками одного растения. Также происходит оплодотворение между зонтиками разных растений. Поэтому морковь является аллогамным растением. Насекомые являются основными опылителями. Следовательно, существует риск перекрестного опыления между различными сортами. Морковь также может скрещиваться с дикой морковью, которая растет во многих частях мира и чьи гены являются доминирующими, как и у всех диких видов. Дикая морковь очень узнаваема по маленькому черному цветку в центре соцветия. Во избежание нежелательных межсортовых скрещиваний два сорта моркови надо выращивать на расстоянии около 1 километра друг от друга. Это расстояние может быть уменьшено до 500 метров, если между двумя сортами существует естественный барьер, такой как живая изгородь. Чтобы выращивать два сорта рядом, в одном и том же саду, можно использовать сортовую изоляцию с помощью москитных сеток, которые открывают по очередности, или же с помощью ульев с насекомыми под фиксированными москитными сетками. Смотрите о методах изоляции в разделе «Основы семеноводства». Цикл развития моркови. Восточные сорта моркови ведут себя как однолетние растения, если их выращивают в условиях длинного светового дня. Они дадут свои семена в первый год выращивания. Для западной моркови производство семян происходит в течение 2 лет. На протяжении первого года вегетации овощная культура формирует корнеплод и розетку листьев. Ей нужен период яровизации. 1 зима для цветения и производства семян на 2-м году жизни растения. Раннюю морковь сеют как можно позже в сезон, чтобы она не была перезревшей зимой для хранения и легко активизировалась следующей весной.
В зависимости от региона выращивания существуют разные способы хранения зимой моркови, предназначенной для производства семян. Очевидно, что проще оставить ее в земле на небольшом участке огорода, если это позволяет климат. Слоя соломы иногда достаточно, чтобы защитить ее от небольших морозов. В регионах с более холодным климатом, где риск замерзания слишком высок, ее следует убрать до наступления сильных морозов и нужно хранить в месте, защищенном от морозов. Не оставляйте морковь, которая цветет в первый год, потому что корнеплоды, выросшие из ее семян, будут иметь тенденцию цвести все раньше и раньше, от урожая к урожаю. Также избегайте моркови, которая имеет зеленую корневую шейку, и ту, которая лопается или имеет несколько корней. Корнеплоды очищают, не промывая. Срезают ботву над корневой шейкой и дают им высохнуть. В любом случае их нужно отобрать в соответствии с конкретными характеристиками сорта. Цвет, форма, крепость и способность к хранению. Не менее важно выбирать по вкусу, зная, что каждая морковь одного и того же сорта может иметь разный вкус. Чтобы попробовать их на вкус, можно отрезать кончик моркови. Затем отобранные корнеплоды следует продезинфицировать древесным пеплом. Потом отобранные семенники помещают в песок, защищая от морозов, или в ящики, расположенные вертикально. Их также можно хранить в пластиковых мешках для хранения. Идеальными условиями хранения является температура 1 градус Цельсия и влажность от 90 до 95%. В течение зимы необходимо тщательно осматривать корнеплоды, чтобы устранить те, которые гниют. Затем корнеплоды высаживают ранней весной, как только минуют риски заморозков. Нужно обратить внимание на высыхание пересаженных корнеплодов, которым нужно постепенно дать привыкнуть к свету и защитить их от слишком сильных солнечных лучей. В некоторых регионах цветение культивируемой моркови совпадает с цветением дикой моркови. Чтобы избежать нежелательного скрещивания, стараются сдвинуть время цветения. Для этого можно пересадить корнеплоды семенников в горшки в конце зимы и поместить в светлом месте, защищенном от морозов. А затем пересадить их как можно скорее в открытый грунт. Для поддержания хорошего генетического разнообразия сажают минимум 30 семенных растений, идеально от 50 до 100.
нужно установить подпорки для семенных растений во время их роста. Морковь формирует несколько зонтиков, но не все цветут одновременно. Первый, называемый первичным, находится в кончике основного стебля. Другие зонтики, которые развиваются от основного стебля, называют вторичными. Зонтики, расположенные на прилегающих стеблях, называются третичными. Зонты созревают в течение длительного периода, желательно собирать их постепенно. Первичные зонтики будут предпочтительнее, потому что они дают лучшие семена. Собирайте вторичные зонтики только при необходимости. Их срезают с небольшой частью стебля, когда первые спелые семена начинают осыпаться. При плохой погоде можно начать и раньше, ибо семена очень легко осыпаются на землю. В более холодных регионах можно выкопать семенные растения с корнем в сентябре и оставить сушиться на 2-3 недели. Во всех случаях рекомендуется досушить зонтики в сухом и проветриваемом помещении. Семена будут медленно продолжать дозревать во время сушки. Извлечение, сортировка и хранение семян. Извлекают семена, растирая зонтики руками в перчатках, потому что семена имеют шипы. Растирая их прямо на ситце, семена отделяются. Для сортировки сначала используют сито, которое удерживает отходы. Затем более мелкое сито, которое удержит семена и удалит пыль. Можно их веять или сортировать вручную, чтобы удалить мелкие отходы. Нужно всегда помещать в пакетик этикетку с названием сорта, вида и года урожая, потому что иногда надпись на пакетике может стереться. Пребывание семян в морозильной камере в течение нескольких дней уничтожит личинок некоторых паразитов. Семена моркови имеют схожесть на протяжении 5 лет, которая может продлиться до 10 лет. Эту способность можно продлить за счет хранения при низкой температуре. Семена моркови иногда могут оставаться в покое в течение первых 3 месяцев после сбора урожая. 1 грамм необработанных семян содержит от 700 до 800 зерен.